5 утра, на дворе ночь, солнце спит, но неспокойна моя задница. Она уже в магазин и спешит, вовсю кричит: «Черная пятница!» Минус 70 в SkyMall, Dream и Lavini. По дешевке в цитрусе iPhone. Но не достучаться до мозга детине, что это все фейк, кидалово и лохотрон. Одна из схем продуманных продавцов-мошенников – накануне распродажи поднять цены на покупку. Еще одна – мелкий шрифт о гарантии товара на ценниках. И все, теряя бдительность, вы попали в мясорубку. Конечно, не все магазины шарлатаны, но честность мало кто присвоит. Поэтому меньше смотрите синие экраны, поверьте, оно того не стоит.